сегодня на волейбольной площадке «Заречье Одинцово» и «Ленинградка» Санкт-Петербург. Виктория и Елена приехали из северной столицы, чтобы поддержать родную команду. Дома как-то спокойнее, много народу поддерживает. На выезде девчонкам сложнее, хочется их помочь, поддержать, потому что очень часто они жалуются, что как-то в тишине полной им тяжеловато играть. «Ленинградка» – давний, сильный и опытный соперник. По словам главного тренера «Заречья» Вадима Панкова, игра началась нервозно. Небольшое преимущество питерской команды чувствовалось на протяжении всех партий. Со счетом 3-1 гости одержали победу. Однако наши спортсменки достойно защищали родное поле, говорят болельщики. А с такой поддержкой и достойной подрастающей сменой «Зареченки» обязательно наверстают пропущенные мячи. Мы болеем за «Заречье» уже второй год. Ходим практически на все матчи, которые проходят в Одинцово. Очень жалко, что началось все в Калининграде, нам до туда всей семьей не доехать. Но команда молодая, надеемся, что они соберутся, возьмутся, сыграются и наконец-то начнут выигрывать. Я очень люблю смотреть на профессиональную игру, мне нравится эта команда и я хочу играть в ней, когда вырасту. Команду «Заречье» Одинцово покинуло несколько ведущих игроков. Это сказалось на результатах стартовых игр сезона 2020-2021. Нашим волейболисткам нужно поверить в себя, в свои силы, считает Вадим Панков. 27 сентября «Заречье» Одинцово сыграет дома с нижегородской «Спартой». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».